Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 ноября. Память преподобного Романа. Блаженный Роман родился в городе Росе, близ Антиохии. Достигший зрелого возраста, он поселился в Антиохии. Здесь он затворился вне города в малой келье, где пробыл до старости, не имея при этом огня. Пищей ему служили хлеб, соль да вода. И притом в таком малом количестве, чтобы только можно было поддержать свою жизнь. Он носил в лосянице и под ней тяжелые железные оковы. За все это святой Роман сподобился такой божественной благодати, что исцелял различные недуги, и по молитвам его многие жены, не имущие детей, были разрешены от бесплодия. Многих заблудших святой Роман своим увещанием возвратил на правый путь к Царству Божию. Так, пожив, он достиг маститой старости и мирно отошел ко Господу. Время жизни и подвигов преподобного Романа относится к V веку. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.